Я об этом говорил. Камень. Давай, может, что-то оплавлю. Пристрастий, независимо от их каких-то других убеждений, помогать им организовывать право свое на достойную жизнь во всем мире. Все, давайте. Это очень дорого ценится. Но это... Кощадников продал, отдал в концессию. Вот она стоит, это увольнение и закрытие профсоюза медицинских работников действия. Конфедерации труда России. Черный флот, наш государственный гордый брат. Решил еще черный демократу. Реформу. Но московские власти не задают вопросов Минздраву. Так давайте мы зададим вопрос министру здравоохранения.